На конкурс дети читают стихи. Порублева Злата, 5 А класс, 11 лет, город Камышин. Иван Андреевич Крылов, ворона и лисица. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать совсем уж было собралась. Да призадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близёхонько бежала. Вдруг сырный дух лицо остановил. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом с вороны, глаз не сводит и говорит так сладко, чуть дыша: голубушка, как хороша, но что за шейка, что за глазки, рассказывать так право сказки, какие перышки, какой носок. И верно ангельский быть должен голосок. Спой, светик, не стыдись, что ежели сестрица при красоте такой и петь ты мастерица, ведь ты была у нас царь птица. Вещунья нас похвал, скружилась голова, от радости в забу дыханье сперла, и на приветливые лисицыны слова ворона кахнула во все воронье горло. Сыр выпал, с ним была плутовка такова.